Всем, ребят, привет! С вами Леха, и у нас сегодня на распаковке, собственно, зарядник на 20 ватт Apple, который в этом году одна обновила. До этого был 18-ваттный, стоил 2500, 2600, а это 2000, 1990 рублей. Собственно, для чего он брался? Ну, во-первых, я купил второй зарядник MagSafe, чтобы было два. Ну, у меня два, себе и жене. Этот зарядник выдает максимум 13 ватт, а этот 15. Ну, и разница, он даже до сих пор продается. Некоторые даже по 3000 продают вообще с головой у людей, кто это так делает, потому что выгоднее этот взять же. Не знаю почему. Короче, просто вам покажу его. Короче, вот вам еще коробочка. Собственно, раскрываем. Такой же комплект. Ничего особо не поменялось. Точно такая же. Правда, извиняюсь, одной рукой. Ну, точь-точь. Сейчас вот тут вам покажу, что у нас тут написано. Короче, сейчас. Фокусируйся. Не хотите так фокусироваться. Сейчас, секунду. Ноль пять, 3 ампера, 9 вольт. Ну вот, 20 ватт написано. Баденчина. Собственно, вот вам зарядка такая. Тут у нее все залеплено. Вот она. Такая же, точно такая же, как и 18. Бумажечки в комплекте. Вот. Особо ничего не поменялось. Ну, только, естественно, стало побыстрее. То есть помощнее, соответственно, побыстрее и подешевле. Ну, некоторые думают, говорят, потому что они вынули ее из комплекта. Я тоже об этом думаю. То есть так же думаю, как и люди, что, скорее всего, из-за этого. Но 2000 рублей – это хорошая зарядка, довольно-таки быстрая для айфона. Почему бы ее не взять? За, я не считаю, конечно, дорого, но сейчас курс такой. Ладно, всем спасибо, всем пока.